Вот мы заходим в наш апартамент, и здесь прихожая. Значит, где находится шкаф для верхней одежды, для обуви. Вот такой свет, может быть, сейчас не очень яркий. Мы закрыли специально дверь, чтобы не слепило солнце. И зонтик даже пляжный есть у нас, переходящий по наследству. Значит, дальше мы с вами заходим, пожалуй, очень важное помещение. Это туалет, да, совмещен он с душем. И здесь находится бойлер для того, чтобы нагревать воду. В Болгарии нет центрального водоснабжения, и, значит, соответственно, нагреваем воду самостоятельно. Вот. Ну и раковина с всеми необходимыми тут полочками, и средства, и предметы, которые позволяют сделать уборку в апартаменте. Сейчас мы с вами проходим в спальню. Вот, так, вот видите, тут солнышко такое яркое, значит, ну, я думаю, что видно нормально, это двухспальная кровать, такая очень удобная, современная, две тумбочки и шкаф для белья, для, где все это вы складываете свое белье. Здесь же у нас открыто, Сева, открой, покажи, там есть и постельное белье, и одеяло, и подушки, вот там видно. То есть это все вы можете брать и пользоваться, ну и, соответственно, потом я вам покажу стиральную машинку для того, чтобы можно было и стирать свои вещи. И вот здесь есть у нас выход из спальни на балкон, на террасу очень большую, мы потом туда пройдем. И гарнитур мебельный, 4 стула и стол, и вот такой вот зонтик для того, чтобы создать тень и уют на балконе. Так, мы идем с вами в гостиную. Заходим, которая совмещена, ой, какое солнышко яркое, которая совмещена с кухней, но вот сначала, ой, как бы вот так вот все показать, значит, вот как раз еще стол для балкона, это диван, который раздвигается, и можно даже и 3 человека там спокойно могут поместиться и спать, там постельное белье у нас лежит. Вот такие большие французские окна, выход на террасу и так называемая ТВ-зона. Ну, сейчас мы с вами посмотрим на кухню. Так, я пытаюсь как-то перемещаться. Значит, кухонный уголок. Это отдельный кухонский блок, в котором, как вы видите, есть шкафы, в которых находится посуда, и также посуда, в которой можно готовить пищу. Дальше это кипятильник, СВЧ-печь, плита, духовка, стиральная машина и холодильник. Ну и также здесь же находится гладильная доска и утюг. И есть такая переносная сушилка. Ну вот, пожалуй, это основное. И сейчас нам осталось посмотреть с вами балкон. Не знаю, насколько это получится, потому что очень яркое солнце. Балкон у нас 23 квадратных метра терраса. Ой, солнце ослепляет. Вот. И, в принципе, вот здесь вы можете проводить тоже и вечера, и некоторые у нас очень любят гости завтракать здесь, на балконе. До моря, вот в ту сторону, буквально 300 метров, вы спускаетесь к одному из лучших пляжей в Варне. Вот, пожалуй, основное о нашем апартаменте.